Привет, друзья! Рада видеть вас на моем канале. Я нашла очень старое видео вот такой вот классной творожной запеканки и решила им с вами поделиться. Запеканка готовится совсем без муки и даже без манки. Для начала нам нужно взять глубокое блюдо и разбить в него яйца. Затем взбить их миксером до пышности. Масса должна увеличиться в объеме примерно в 2 раза и побелеть. Затем добавляем к яйцам сахар и снова все взбиваем. Так, чтобы сахар полностью растворился. У меня на это ушло примерно 2-3 минуты. Затем добавляем туда творог. Я обычно покупаю для запеканок творог в брикетах. Мне кажется, что он идеально подходит именно для этого рецепта. Намного лучше, чем зерновой творог. И снова все очень хорошо перемешиваем. Можно воспользоваться миксером или даже пробить массу блендером, чтобы получилась более однородная консистенция. Теперь берем форму для запекания и смазываем ее сливочным маслом. Выливаем в нее наше тесто и убираем в разогретую духовку до 180 градусов и готовим примерно 45-50 минут. Точное время приготовления зависит от вашей духовки, оно может немного отличаться. Когда запеканка поднимется и станет золотистой, нам нужно ее достать из духовки и смазать сверху сметаной. Чем жирнее сметана, тем вкуснее. Чаще всего я использую сметану с жирностью 25%, ну или хотя бы 20%. И снова убираем запеканку в духовку примерно на 10 минут, чтобы получилась аппетитная корочка.